Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6. Карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. На другом континенте, плюс чем ваша столица. Может, кстати, в моем случае это... Ой, рыбацкие судна производство получают. Может, в моем случае это подойдет? Для... А, нет, это все на одном континенте Азия. Ну, охренеть. Все один континент. Это вот грек на другом континенте. Фига тут Азия огромная. И не забираю этим ходом. Ладно, еще один ход. Есть уголек. Нет, тут заповедник должен быть очень приятный, кстати. Надо, главное, не забыть тут не обрабатывать ничего. Блин, да что тут с варварами началось? Плюс 5 вообще, кампус тут, ни хрена себе. Даже не заметил. Ну, тут, знаете, все очень быстро идет. Так, хорошо, а промышленная зона у нас где-нибудь есть нормальная? Давайте, наверное, акведук сюда сначала, потом промышленную зону, а потом уже там кампус. Две верфи. Просвещение. Чандрагупта побежден. Блин, у меня еще столько караванов можно сделать. Вообще их купить бы стоит, я думаю. Я бы Хизегера отправил, чтобы производство там было. Так, ну все, сейчас будет минус Египет. Этот город оставляем. Торговца. Дает 3 послов в выбранном городе государь. Я, наверное... Корпорацию скорее сделаю. А правда на чем? Наверное, не стоит. Тогда пускай 3 послов даст лучше. Фес какой-нибудь. Где у нас вообще фес был? Ой, вырубить надо было. Ошибся. Ну, спешу, чтобы быстрее походить. Знаете, наверное, янтарь тут фабрику. Так, каравеллу на автомат исследовать. А, стоп, мне же надо Хайдарабад, ну у меня этот есть.
Броненосец. Шелк добавишь? Добавлю. Так, минус 2 игрока. Вот у нас и осталось 6. С другой стороны, Хайдарабад — это все равно очки. Чё его уничтожать? Правильно говорю? Так, мне кажется, Виктора надо в какой-нибудь уже наш город переселить, например, в Дебрецен. Тут, видите, нехватка жилья. А, Дебрецен — хороший город. Будет неплохо расти. Не, поехали, короче, в химию. Нету смысла ждать двух арбалетчиков, мне кажется. Хотя, что, я, наверное, сейчас их и сделаю. 207... Блин. У меня уже пушки открыты. Черт, тупанул. А, тогда я полечусь, просто Хайдарабад сам ко мне сейчас присоединится. Не будем спешить. Может пойти там Бандар Брюней захватить, Маскат. А, Виктора в Дебрецен пересадим. Как тут промышленная зона? Плюс один. А что насчет престижа? Ну тут, тут престиж, конечно, есть, но тут мало клеток. В принципе, ладно, давайте верфь. Потом рабочего. Я что-то от этих баталий перенервничал прям. Чего? Ну я же всего третий раз играю в сетевую игру, и особо никогда не таких баталий не было. Всегда меня сразу смывали и все. Да ладно, для третьего раза прям отлично сражался. Молодец, отбился. Так, нам скорее нужны караваны. Давайте из Эгера я хотел. Где-то, правда, варварская каравелла ездила, но мне кажется, ее уже тут должны были там Лахор, например, лупануть. Так, давайте-ка тут тоже рабочих делать. У нас плюс 30% к их созданию. Don't judge someone. Социальная инженерия. 30 строителей всех чудес света. Священное место, кампус, промышленная зона. Может, рационализм уже поставить?
Вместо священного места. Давайте попробуем, просто посмотрим, сколько это даст. Так, 278 и 91. 286. Ну, не очень много. Так, театральная площадь плюс 2. А что насчет чудес? Скилл выкисевания. Касса. Ну это вообще для меня никак не работает. Великая библиотека. Давайте великую библиотеку построим за 2 хода. Просто охота. Верфь. А, ну мавзолей в Геликарнасе у нас запрещено. Строить. Мастерская. Ну, давайте последнего. Амани. Наверное. В Обуду. Блин, тут две черепахи надо обработать, доделать маяк. Так, тут надо купить стопудово рабочего, во-первых. Во-вторых, доремонтировать гавань. Реформа. Давайте из Эстергома отправим караваны. Что медленно заповедник строится. В Эстергоме вера. Ну, ладно, там с заповедника, кстати, будет вера идти. В Ракедете у нас, кстати, и кампус есть неплохой на плюс 3. Шедевра спровоцировать беспорядки. А давайте, у него тут есть пригород как раз. Это он вовремя его поставил. Так, а давайте поторгуемся вообще. Так, благовоние на лис. Шумер предложение. Сахар на гипс. Горго предложение. Тут ничего. У Ацтека, по-моему, ничего для меня нету, потому что он на моем континенте же находится.
Горга явно в переработку, ну и в химию, соответственно, идет. Что я построил? Так, запретный город Горга, я великую библиотеку. Вер, продлим союз. Свержение. Так, давайте спровоцировать. А, это беспорядки, блин, это не... Не совсем то. Ну ладно, давайте уже прокачаем до конца. Я думал, это как этот как раз на пригород. Ну, кстати, здесь 15% науки норм будет, когда я кампус поставлю. Так, я уже забыл, этот что делает. Чудо природы. Ну, у нас только Бермудский треугольник, я смотрю, Пантанал. А, нет, Бухту Халонг, кстати, нам в Бухту Халонг стопудово надо. Это ближайшее, да, нормальное чудо. Ну, в смысле, оно две клетки занимает, поэтому оно мне больше даст выхлопа. Ну. Опять начались лаги. Катакуин точно нафиг надо. Анкорват. Блин. Только на реке. Слушайте, ну Анкорват хорошая. Ладно, давайте здесь. Мне надо где-то еще производственную площадь поставить. А, так у меня, подождите... Вот третья фабрика будет, и я открою коммунизм. Нормально. Так, давайте посмотрим границы городов, что у нас в трех клетках и там... Вот это можно Кесегу отдать. Ну. Так, тут все нормально. Нормально, нормально. Гавань, пригород, военный лагерь. Ну, кстати, почему бы не построить военный лагерь, чтобы у нас тут собиралось вот здесь. Собирались эти. Так, давайте-ка в Мемфисе сначала гавань отремонтируем. Вообще не использую способность венгров войска нанимать. Хатусу давайте два. И Аншан дает науку за реликвию артефакт. Он хочет великого инженера. М-м,
выполнимо. Тем более, что мгновенно создает фабрику и мастерскую. Это мне в каком-то из городов промышленную зону надо будет поставить. Скорее всего, в Кесиге. Где я тут решил? Я пока вроде нигде не решил. Но вообще, вот тут плюс 3, да? Но вообще тут, по-моему, акведук ставится. Ну, блин, ну тут дело в том, что лес, не хотелось бы его убирать. Даже ради акведука, например. Не знаю. Мы канал вообще видим? Вот он. Надо после химии канала открывать. Нет, после химии мы откроем сталеварение. А уже после сталеварения каналы. По количеству тех, кто впереди. Шумер. 45-43. Блин, опять вернулся этот... До свидания. Так, вырубаем лес. Камень пойдем обработаем. Ой, Бандар Брюней как-то больно стреляется. Подождите. Мне это не нравится. Давайте отъедем. Может, апнуть в линкоры? Ну, потому что мы так будем долго колупать. Сейчас бы выйти еще в плотины, да, чтобы... О, тут у нас водяная мельница раз, водяная мельница два. Чтобы уже точно быть уверенным, что нас не затопит, быстро купить их. Но я не думаю, что ацтек будет валету захватывать. Классовая борьба у нас откроется через два хода. Давайте отложим. Художественный музей великого художника. Давайте просто гуманизм открывать. Что у нас? Я думаю, грек идет в победу культурой. Да, 24 хода. Грек через 24 хода победа культурой. Это маловероятно. А соседи грека хотят что-то с этим сделать. 96 туризма вход. Это круто. Пять ходов. Ну, я с ним не буду продлевать союз. Скорее всего, объявлю войну, чтобы караваны ко мне не бегали. Что по углю?
Ну, типа, конечно, нормально, у меня идет плюс 7, но я только поставлю лабы, он будет сжигаться только в путь. Давайте, наверное, отступим. Надо в линкоры апгрейдиться. Ищение технологий. А давайте. Так, тут купим караван. Плюс два, плюс два. За чудо Анкарват, да, Анкарват здесь в тему, и пора театралки ставить, и в Дьере тоже. Угольная плюс 10. В очередь. Здесь лабу строим. 5 ходов, ладно, строим. Посмотрим просто, где дольше. А, там универ строится. Тут мы купим 2 хода. Строим. Есть заповедник. Тут рощу купим. Не понял, что не открыто? Нет, вот роща. А, блин, он строится еще. Тьфу ты. Четыре хода. Вот тут я бы уже купил лабу. Там универ 2 хода. Тут вообще еще не строится кампус. Вот тут надо купить лабу. Ну и все, пока. В этих остальных местах она будет строиться. Кстати, что насчет нефти? Так, я классовую борьбу могу принять. Промышленная зона. Так, торговых путей плюс одна наука возьмем. Или республиканское наследие лучше. Республиканское наследие. Британская Индия. Либерализм, кампуса. Может соседство... А, ладно, что у нас? Вот, уголь дает дополнительно. Ну и может содержание юнитов снизить. Или стоимость... В ресурсах и улучшениях. Давайте вот это. Ладно, пока так. 400 науки. Ладно, наверное. Кого там... Блин, мне надо отсюда свалить. Угля плюс 9. Ну, я бы здесь забрал камень. Поставил сюда какой-нибудь район потом. Здесь, наверное, кампус пока.
Так, у меня компьютеры украли. Но это, скорее всего, нубия. Ничего не меняю. 149. А у него туризма. Блин, а Рим там в дипломатическую идет 12 из 20. Прикольно. Да. Построил этот статую. Ну, скорее всего, и храм, и дворец. Так, я пока к себе переведу, но я закончится союз, я не буду продлевать союз с греком, и тогда к нему кину. О, кайф. Очень плохо слышно, наверное. А где задание получил еще? То, что я разобрал. Еще я бы один ход тут отложил канал, чтобы построить. Блин, Буду, у меня вообще такой город чумачечий. Кстати, я только что кое-что заметил случайно. Почему-то количество ходов стало 61, а не 170. Нет, мне пишет 170. А, это конец века. Все, извините. Все, ок. Фуф. Так, уран мы видим. О, вот что мне надо, компьютеры сначала. Чтобы нас не затопило. Сколько ходов у нас союз с греком? Один ход. То есть следующим ходом... Не знаю, вообще объявлять войну или нет. Но, значит, наверное, надо, чтобы... Караваны перестали бегать. Так, наверное, с Бандар-Брюнеем мир пора заключить. Через три хода. Не получилось его забрать. Девять ходов канал. Долго. Так, а я тут хотел... Да, приехал Виктор. Растем. Слушайте, может мне укрепить религию? Так, во-первых, надо забирать вот этого инженера. Мгновенно создает. Надо в Кесиге где-то построить все-таки промышленную зону. Я, наверное, здесь построю без соседства.
про... А, разведчик. Канализация, двигатель внутреннего сгорания. Авиация. Это, кстати, изучено, потому что забирают великих ученых. О, блин. Плюс 4 на лабы. Ацтеку достаю. Ну, ацтеку, ладно. Ацтеку... Ух. Ну, вообще тут не страшно. Я как раз уберу этот лес, чтобы тут какой-нибудь район поставить еще. Хотя какой тут район ставить? Так, тут ждем. Этот ведем сюда. Давайте просто промышленную зону. А тут плюс 3 дает. Не, не хочу там. Не знаю, хочется тут на плюс 1. Поставлю еще тем более нефтяную электростанцию скорее. Давайте, наверное, кукурузу обработаем. Блин, вся нефть. Блин, я не знаю, мне кажется, вот прямо сейчас объявлять ему войну нету. Я точно союз с ним не буду продлевать. Будет то же самое, что с Челлини. Помните, когда я за Португалию играл? Шумер. Что он сделал? Шпиона своих тут отправляет. Как он посмел? Давайте дамбу все-таки, реально. Это же дополнительное электричество еще, понимаете? А на такой карте, где у нас этого всего мало. Так, что с кампусом? Плюс 2. Ну, давайте. У меня нету двух каперов. Ну, электричество все равно мне как-то ускорено. Тем не менее. Дайте пока военную академию, потом... Давайте археологический купим и сразу... Ай, у меня нету, блин... Археологи не открыты. Но у меня сначала идеологии, потом археологи зайдем. Так. Нам бы... Так, как у нас тут сгорает все? Через 6 ходов. Не, надо быстрее в компьютеры. Алексей, продлим. Прошу прощения, но мы не можем сейчас согласиться на официальную дружбу. Потому что
Вы заманиваете наших жителей к себе под видом туристических достопримечательностей, показываете им гадость пошлую всякую. С сладкими. По-хорошему бы войну объявить и их отменить. Чтобы куда-то они могли ходить. Ну да. Согласен. Ну, потому что я защищаю единственный, получается, сейчас, что у меня больше всего культуры. Оно же без рокеров не работает, а на рокеров нету веры. Не знаю. Я уже пытался даже с рокерами. Очень сложно. А с монополиями как? У тебя есть монополии? Да, но, по-моему, на культуру... Нет, ну... Они не на культуру, они на туризм. Нет, каждая монополия дает туризм. А у меня нету торговцев, не было ни одного. Неважно, их не надо даже создавать. Ты можешь, все равно нет. Ты можешь навести на туризм и увидеть. Ну вот, Шумер, сколько у тебя монополия красителей дает? И пряностей, кстати, еще. Нет, у тебя... Монополия красителей и пряностей, она у меня с самого начала, поэтому не знаю, сколько дает конкретно. Так, слушайте, я хотел этого греку отправить. Ну вот, некуда теперь караваны бросать. Я даже не буду предательство предлагать. В конгресс, я имею в виду. Шумер и сделка. Те люди все понимают. А ты того чего? Слишком круто. Чтобы не было туризм распространяться. Так, давайте-ка я парни, осталось, сколько там, 20? А, не 20 ходу. Да ладно. 50, да, именно. Я просто вниз почему-то смотрю на очки и такой, типа, скоро конец. Да не, как хотите. Просто я говорю, я очень много экспериментировал, даже не пытаюсь уже после этого. А давайте священное место все-таки наконец поставим. Ну, потому что это еду дает. У меня эта способность. Так бы просто ты мог получить очень много всего. От миллиарда торговых путей. Хатуса хочет. Давайте. Блин, сколько на каравана вбегала к греку. Ладно, пойдем все-таки Бандар Брюней, наверное, бить. Ты не успел все караваны отправить. Так, что тут с кампусом? Я сейчас увижу алюминий. Правда, на такой карте он не особо важен, но все равно самолетики будет неплохо отправить. Тут куплю караван, чтобы... Так, давайте я мастерскую, наверное, тут куплю. Вот говорит, нету веры, а очистил от моей религии весь свой, всю Грецию. Как так?
пригород, я думаю, тут не нужен. Канализация. Давайте гавань. Рядом с военной. Прям сразу. Ацтек, там предложение тебе. Вообще нечем торговать. Шумера благовония. Шумер предложение. Ацтек и Рим там еще пришли предложение вам. Так, тут ждем постройки промышленной зоны. Тут поехали с Бандар-Брюнеем, да разбираемся все-таки. Мне ничего не пришло больше. Ну все, все, это я... Ты ответку покинул просто. Кстати, у меня еще нету... Я предлагаю запретить культуру Греции. Да. Правда, это не особо на туристическую победу влияет, но приятно. Ну, у него просто много культуры. Ну, опять предлагаю снизить за производство. Мне, наверное, придется Ацтека забирать самолетами, судя по всему. Очевидно, он отстает по науке. Это там и Рим отстает, как ни странно. Просто сомневаюсь, что вот можно улететь. Два аэродрома. Так, кампусы и промышленные зоны. Не знаю, верфь не хочу ставить, коллективизм нет, центр гавани и коммерции нет. Создание... Так, ну, селитра уголь правильно, скидка в апгрейде, наверное, можно убирать. Вот это можно военную науку поставить и содержание юнитов. Или довольство в городах с гарнизоном. Давайте довольство в городах с гарнизоном. Эти в Буде купим какой-нибудь юнит дешевый. Гусара, кстати. Надо ж очки насобирать. Блин, 8 ходов. Я, видимо, все-таки в темный век в этот раз. А, у меня закончились. Так, ладно. У меня тут где-то гавань не построена. Да, еще в Хайдарабаде построим гавань, все норм будет. Шумер, а чего ты отказываешься? Знаешь, мне военный союз. Сейчас ввяжешься в конфликт с кем-нибудь, и мне придется тоже воевать, а я не хочу воевать. Я самый мирный тут вообще. Так это ж не так работает. Ты не обязательно объявляешь человеку войну. А если ему объявят, это в любом союзе так работает. Так что можешь не переживать, соглашайся. Блин, а куда он меня едет вообще? Фес. Как он тут вообще оказался у меня? Так странно. Так, что там вообще по ГГшкам? Ну, давайте в Ашане до трех доведем. Атуса дает...
Две единицы стратегического ресурса, которые открыты, но не обработаны. А Аншан науку за каждой литературы. Что надо, чтобы уже на лабы у меня что-то работало. Ну, послов давало. Так, 507. Ну, народ отстает по науке, очевидно. То есть у меня, видимо, ну и у нас есть вероятность, что Рим победит дипломатии. Но все-таки у Рима 15 из 20 дипломатических. Так, на секундочку. Я думаю, знаю, почему Шумер ему союз не дает. Думаю, он собирается Рим останавливать от дипломатической победы. Скорее всего. Давайте я тут куплю святилище. Мне кажется, что-то быстрее уйти, чем Рим победит по дипке. Не факт. Нет. По-хорошему, вот он... Следующее, например, голосование 2 очка дипломатической победы, например, будет, да? Предположим. 140-й ход. 143-й. Ну, тут на 143-й, ну... Не улетит на 143-й тут никто. Потом, может быть... 2 очка. Это еще где-то 160-й ход. 170-й. Ну, невозможно набрать 5 очков еще за это время. Это можно сам Рим, да, говорит? Например, кризис какой-нибудь гуманитарный, например, ты еще получишь. Да. Не стоит нас обманывать, мы все понимаем. Ну, я, наверное, маяк... Хотя, тоже это можно построить. Это гидроэлектростанция. Пригород тут не нужен. Ладно, потом центр вещания и маяк. Вот так давайте. Стоим, ждем. Леша, наши караваны грабят рядом с печью. Кто? Кагуана. Вот тварь. Так, у меня там... Вон... ты крыса. Скоро замеримся, парни. 4 хода осталось. И никто ничего не будет грабить. Так, писатели, художники. Блин, а там озарение на... А, на 3. Я думал, все информационные эпохи показалось. Я, наверное, куплю художественный центр вещания, точнее. Так, сейчас здесь сразу все создаем. И, в принципе, Магнуса можно качать тут в Кесиге. Лаба. Покупаем. И строим. Ладно, морской порт строим. Она тоже еду дает. Блин, там рабочих надо. Денег, правда, на все это не хватает как-то. Канализация, национализм. О, Тори де Белен. Все, откуда у меня в основном из печи, по-моему, бегают?
Блин, а где вообще сама Кагуана? Откуда она привела свои... Справа от Лахора. Справа от Лахора. А, блин, нифига себе приплыла. Они там сидят такие вдвоем, ладошки потирают, хохочут. Караван играет. Блин, может киллу построить? Килла — приятное чудо. Прям сюда. Надо сначала сразу здесь заюзать ученого, только надо поставить авиация, ракетостроение, пластмассы, как-то так. Авиация есть. Теперь, где можно, ставим плотины, покупаем точнее. Ну, слушайте, на морской карте в некотором смысле Валетта крутая штука, потому что вот я, мне не надо будет эти плотины строить. А с другой стороны, ну как бы у меня давно, то есть как минимум и грек видит Валетту, и ацтек. Ацтек вообще был союзником Валетты. Короче, мне только в Мемфисе осталось купить. Все, все, во всех остальных местах у меня эти стоят плотины. Плотина 30 ходов тут строится. Блин. Ну, исторический момент, канал. Компьютеры, авиация. Так, что у нас с аэродромом? Где я хочу аэродром построить? И хочу ли? Хочу ли я? Могу ли я? Магнолия. Так. Нужен рабочий в Будде. Я думаю, что я буду... Вот это я уберу. Вот эти тропические леса. Хотя у нас вот еще место. Или это холм? Нет, это луг. Тут, наверное, надо аэродром строить, а где-то на этом месте космопорт. Или вот здесь вот. Ну, тут он действует на... Вообще, апостола бы укрепить религию. От войны накапливается на 25%. Канал завершен. Значит, у меня тут, наконец, выплывают корабли. Видите, как...
Здорово. Так, вообще я бы уран. Давайте пока просто ракетостроение. Светочка. Осталось 4 хода. Может, все-таки в нормальный выйти? Здесь можно аэродром или космопорт все-таки. Не, давайте аэродром. Космопорт чуть... Блин, а... не, надо аэродром. А с алюминием вопрос только. У меня, правда, капает он, но я так и не понял, откуда. Скорее всего, от Хатусы. Возможно, у меня на территории просто нету алюминия. А, нет, под кампусом. А, не понял, где... А, вот он. Так, давайте-ка тут рабочего. Немой. О, он убил аж 2. У грека. Так, понятно, у меня 2 алюминия. Хорошо. Будем забирать ацтека, очевидно. Фига себе, я даже успел с ними походить. Посмотрим, есть ли у меня где-нибудь еще место для заповедника. Не, ну тут рядом с промышленной зоной, наверное, не надо. Тут уже все застроено. Вот сюда, слушайте. Каким городом строить? Наверное, Чинай. 19 производства, 6. Чё-то не видно уран. А, давайте еще тогда улучшенный... О, мазутную я хотел. В Кисеге, подождите-ка. 5 ходов. А купить ее сколько будет? 720. Так, надо будет отложить, купить мазутную. Национальный музей, военное ведомство. Давайте, наверное, военное ведомство. Тут явно буду воевать. Есть у меня такое ощущение. Нехорошее. Рим сделка. Ай, килуки сивани построили. Так, кучу исторических мест, это мне археологов можно построить. Или купить. И венгры сделка. Ну, посмотрим, как бы сейчас он за 10 ходов может победить. Хотя 16-91. Так, а сколько у него веры реально? Вход. Мне кажется, не может все-таки.
То есть, ну, 300... Первый этот музыкант... Да, блин. Так какого хрена из-за тебя заключился мир с Бандар Брюнеем, которому я вообще отдельно от тебя объявлял войну? Теперь 8 ходов ждать. Нормально вообще? Такая игра. Сколько лет прошло, все о том же. Я ни капли не удивлен этому. Ни капли. Нет, наверное, буду библиотеку просто строить. 600 науки у меня. По-моему, неплохо уже разогнано. Так, это все, короче, не у меня здесь. Бушует. Так. Все обработать тут. В Эйгере библиотека. В Дьере. Может уже тогда космопорт начинать. На месте Килвыки Сивани. А какой у нас тут художественный? Археологический в печи. Вот в печи. Археолог пойдет. Два биплана. О, купальня, наконец-то. Мне кажется, можно и тут, наверное, какой-нибудь развлекательный комплекс вот здесь поставить. Пускай купальня будет. И, собственно, потом аэродром. Я хочу... мазутную купить. Нет, давайте вот так авиацию. Ну, какой у Рима эти минанки красивый. Видели? У Путиол. Ниже Путиол. Сколько там клеток в итоге? 6 клеток, а в будущем 7. Ну, последний, да. Не, ну маскат я как-то не заберу. Будет 7. Поплыли тогда вот к ацтеку его заберем. У нас тут союз, по-моему, ходов 10 осталось. 13. Ну, как раз там самолеты появятся. Это надо рассчитывать на то, что тут будет победа по очкам, возможно. Хотя улететь тоже есть вариант. О, уже уголь минус идет на электричество. А, и на три на юниты. Блин, один ход, и осталось 9 очков. Опит. Блин, самолет надо было строить. А, блин, Мемфис. Забыл купить морскую плотину, фак. Надо отремонтировать теперь табак. Давайте проверим, что у всех.
Ну, на канализацию я не хочу тратить веру. Да, отлично. Что у меня минус прям? Там что, ацтек так давит? Фига, что у меня там за вера такая? Ну я тут аэродром начну, я тут отложу производство. Украли Дон Кихота. О, так, черт, там у нас варвары. Так, ну это откладываю, как я и сказал. Давайте в Эгере. Универ. Там космопорт уже строится. В одном, в каких-нибудь этих городах надо что-то строить? В Ассуане. Нужны ли мне еще кампуса? Я вот думаю, давайте лучше театральную площадь. Мне кажется, у меня с наукой все норм. Ну что, 13 ходов до сессии. Меня что-то вот беспокоит, конечно, уже больше Рим, побеждающий дипломатией, чем грек, побеждающий культурой. Тем больше грек вроде как в науку теперь пошел. 25 туризма против моих 213. Не, мне кажется, нет. Давайте к оружию. О! Вот где у нас уран. Че, я союзник Феса, да? Дальше Магнуса повышаем до кооперации. Еще главное, чтобы у меня уран был. Археологически давайте сначала археолога. Там еще один. Думал, помогу Риму, но там еще один. Тут надо убрать улучшение, иначе не будут действовать. Так, пройдемся по городам. Самый по 155 Будды. Надо запомнить. 103 Печ. 77 Дьер. Ну, в общем-то, первые три мои города самые крутые оказываются, да. Мне в Будде надо еще космопорт поставить. Вот это вот все вырубить можно. Космопорт, видимо, здесь буду ставить.
Вопрос в наличии урана только. Что-то я не вижу, где копать. Ага, вот, теперь вижу. Нет, там будет место для космопорта и аэродрома, или для двух космопортов, так что лучше не будем трогать. Ух ты, канцелярия. Но это, видимо, для того, чтобы набивать дипломатические очки. Но у него все равно 102, как бы немного на самом деле. То есть он не перебьет никого. Поторговать. Я вот сначала производство поставим. Ну, вот тут космопорт, скорее всего. Давайте сначала строителя. И два бомбардировщика. Так, ну Малиналька мы будем каравеллы скорее захватывать. Это у меня стоит, чтобы аэродром. Держался. Так, захватили намибийского шпиона. Только строится, я так понимаю. О! Сразу уран. И что, только один? Ну, как бы этого достаточно, понятное дело. Но эти индусы не зря забирали. Так, это у Рима, это мой, это у Шумера, это у Грека. У Грека прямо на... стоит прямо на этом. А, Шумер уже накапливает. Блин, мне надо, похоже, ставить эти зенитки.
Морской порт готов. Аэродром. Блин, тут надо еще пообрабатывать, конечно. Давайте этого на краба отправим. Еще одного строителя. Есть гидроэлектростанция. Промышленная зона на плюс 6. Так, а Шумер-то, в общем-то... Они все здесь. Я, наверное, в робототехнику пойду. Давайте глянем, что с космопортами. Кто-нибудь строит? Ну, в космопорты, по идее, вышли многие. Шумер вышел. А, только Шумер. Странно. Первый бомбардировщик мой. 1000 культуры, 1000 науки, но это надо... У чужого где-то... В космопорту, не в космопорту, в кампусе делать. Ну, не знаю, не хочу я промышленную зону ставить. Кампус, мне кажется, уже тоже немножко, ну и в этом городе тем более нафиг нужен. Для космопорта мало производства. Ладно, давайте аэродром тогда. Технологии. Ну давайте к Шумеру. Так, ну мне вот этот уран надо как-то защищать. Варвары и ноунейм. Я карту уже так все открыл без этих, без спутника. Пятнадцать процентов космической гонки. Содержание юнитов может. Скидка на улучшение. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!